Посмотрите на эту фотографию. Вероятно, многие из вас уже видели ее. На этой фотографии запечатлен один из самых важных моментов в истории человечества. Момент, который раз и навсегда изменил этот мир. Но вот самое интересное здесь то, что на это никто не обратил должного внимания. Момент, с которого началась новая глава в нашей истории, попросту остался незамеченным. В далеком 1903 году братья Райт впервые в истории подняли в воздух непонятную конструкцию, которая очень отдаленно чем-то напоминает привычный нам всем самолет. Этот непонятный аппарат смог продержаться в воздухе 12 секунд и преодолел расстояние в 36 метров, поднявшись на среднюю высоту в 3 метра. Именно этот момент стал переломным в истории человечества, потому что именно в тот день человек смог подчинить себе небо. Но ни в тот день, ни на следующий день, и даже не в ближайшие несколько лет, никто, кроме соседей этих чудаковатых изобретателей, не обращал внимания на их безумные попытки совершить то, что никогда еще не удавалось человечеству. Историк Фредерик Льюис Аллен в середине 20 века написал книгу, в которой говорится о том, как мир узнал о братьях Райт. В 1905 году простые люди все еще скептически относились к экспериментам братьев Райт и были твердо уверены в том, что рожденный ползать, летать не может. И только после 1908 года, когда обозреватели посетили мастерскую братьев Райт, от которой они были в невероятном восторге, их история была передана широкой публике. И только после этого мир начал открывать глаза и осознавать, что человеку на самом деле удалось подчинить себе небо. История братьев Райт не единственная, которую обычные люди не хотели признавать на протяжении долгого времени. Когда Александр Белл изобрел первый телефон и попытался предложить его компании Western Union, ему ответили, что «ваш телефон не имеет для нашей компании никакой ценности, в нем слишком много недостатков. К сожалению, его невозможно рассматривать в качестве нового средства общения». Когда появился первый автомобиль, Конгресс США издал специальный меморандум, в котором сообщил о том, что безлошадные телеги, которые приводятся в движение жидким топливом, способны разгоняться до 20 миль в час. Это настоящая угроза, которая, отравляя воздух, ожидает нас на наших улицах и дорогах. Последующее совершенствование этой машины может привести к отказу от лошадей, что отрицательно скажется на сельском хозяйстве США. А теперь посмотрите вокруг себя. Ни один человек в мире не может представить свою жизнь без телефона. Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни, а самолет в наше время – это самый популярный способ перемещения на дальние расстояния. Но чем были все эти изобретения раньше, когда они только создавались? Это была не более чем безумная идея не менее безумного изобретателя. Все эти истории учат нас одному – нет ничего действительно сложного в том, чтобы изменить мир. Гораздо сложнее убедить других в том, что вы это сделали. И все эти истории в очередной раз являются доказательством того, что абсолютно не важно, сколько людей верят в вашу идею и верят ли вообще. Если у вас есть хорошая идея, в которую верите лично вы, не ищите поддержки от других людей, ищите источник сил и уверенности внутри себя самого. Потому что никто не сможет по-настоящему осознать, насколько гениальной может быть ваша идея. Никто не будет воспринимать вас всерьез в начале вашего пути. Никто не сможет увидеть тот конечный результат, который вы себе представляете. Поэтому не обращайте внимания на все возникающие преграды, на все сомнения, которые могут появляться у вас из-за критики других людей, а просто встаньте и начните идти к своей цели, преодолевая все трудности, которые будут возникать на вашем пути. Не сидите сложа руки, боясь за то, что вашу идею могут не одобрить. Только подумайте, сколько гениальных человеческих идей остались нереализованными, забытыми, похороненными, только из-за того, что у кого-то просто не хватило смелости воплотить их в жизнь. Если вы верите в свою идею, то отбросьте все сомнения и начните притворять ее в жизнь. Не ждите, пока кто-то начнет вас поддерживать. Не ждите одобрения со стороны других людей. Просто берите и делайте, действуйте, пробуйте. Не пытайтесь оправдать себя, не проявляйте к себе жалость, не перекладывайте ответственность на других людей, а просто начните действовать и доведите свое дело до конца, несмотря ни на что.